О чем вы хотите поговорить? О пациентке. Лаура? Знаю, вы волнуетесь. Мы просто поболтаем. Я вижу нечто, что никто, кроме меня, не видит. Она улыбается. Господи, нет! Вчера ваша пациентка покончила с собой у вас на глазах. Я должна найти всему этому объяснение. Она улыбается. Она улыбается. Шкала для оценки боли. Ты скоро умрешь! Ты скоро умрешь! Ты скоро умрешь! Я нашел 20 случаев, 19 трупов, и все они связаны по цепочке. Трупов 19? Почему все, кто это видели, мертвы, а вы живы? Я тоже видела. Пошли прочь от меня! Сколько дней прошло между смертями? Никто не протянул больше недели. Роуз! Сегодня 4-й день. Я больше не стану убегать. Я приму удар. И что вы ощущаете? Что вызывает у тебя улыбку? Я очень боюсь, что произойдет что-то ужасное. Улыбка. Хай Бразерс. От режиссера Фэнь Хао Ганя. Создателя фильма «Тайогуки». Даже если вы не слышите сигнала горна, даже если вы остались единственным выжившим, вы должны продолжать сражаться. Есть, сэр. 46 человек пали жертвами. И только один остался в живых. Правдивая история о скитаниях одного человека. Всем остановиться! Ложись! Берегись! В поисках правды и справедливости. Смотрите на всех экранах. Каждая жертва должна остаться в памяти. С декабря 2007 года. Итак, наступил долгожданный день драфта для фанатов Cleveland Browns. Саня, надеюсь, ты меня слышишь? Ты менеджер этой команды, у тебя есть шанс исправить... Привет, Том. А, Саня, Саня. Каждый год кто-то выходит отсюда понурый, как осел. Слышишь? Да. Вот у меня чувство, что таким ослом будешь ты, если не обеспечишь нам сделку. Поговорим о драфте. Нужен результат. Если ты его не добьешься, я приму меры. Я уточню, это угроза увольнения? Твоя задача — тренировать команду. В Далласе по-другому? Вот именно. Там побеждают. До хрена! Почему награда за рекордное количество побед — жалкий перстень? Фильм Айвана Райтмана. Поговорим о футболе? В любое время. Хочу команду мечты, хоть раз. Ты умеешь видеть лучше других. Ну-ка, отмотай на начало. Вот что я в тебе люблю. Главное, что думаешь ты. Пиши свою историю, Санни. Я собираюсь вернуть команде будущее. За дело! Этой весной день драфта – историческое событие. 224 спортсмена станут игроками Национальной футбольной лиги.
Доверьтесь профессионалам. Бо Каллахан – железный вариант номер один. Предатель. Я действую в интересах команды. Можно действовать по правилам. Вот аналитика для драфта, которую мы готовили 2 месяца. Творить историю. Я провел обмен Сихокс. Саня, ты там про будущее говорил? Ты обменял корову на волшебные бобы. А какого черта весь мир уже об этом знает, мам? Так я твитнула. У тебя есть твиттер? А у тебя нет. Обожаю делать первую ставку. Кто бы сомневался? Для Кливленд Браунс время пошло. Пора, босс. Ждите. Кого возьмете? Ну так что, кого берешь? Ах ты, сукин сын. Дай мне 5 минут и потом увольняй. Том Майклс на связи. Саня, у нас 6 на обмен. Я ухожу, Саня. Постой, смотри дальше. Тебе понравится. Мир замер в ожидании, пытаясь понять, что задумал менеджер Кливленд Браунс Санни Уивер-младший. Вы не поверите. Заключаем сделку сейчас. Я жду ответа. Какое напряжение? Все, предложение снимается. Постой, постой. День драфта. Ты сумасшедший. Это я уже давно доказал. Ну а сейчас я хочу рассказать о замечательном сервисе, на который недавно наткнулся. На Купикод я могу купить игры напрямую на сайте и получить их гифтом на свой аккаунт. И самое главное, на свой российский аккаунт можно купить игры, которые недоступны в магазине Steam. А используя мой промокод, вы снизите комиссию на 2% и получите скидку в 10% на покупку игр гифтом. Купикод – это самая настоящая игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и предлагают систему лояльности. Не упустите шанс пополнить свой Steam аккаунт с минимальной комиссией по ссылке в описании. Мобильный штаб, первый на связи, мы заходим. Подтверждаем наличие множества трупов. Правительство США приказало в срочном порядке изолировать жилой дом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Что-то случилось? Не знаю, что-то с многоэтажкой было. Хорошо, что мы улетаем оттуда. Власти были уверены, что угрозы нейтрализованы. Сэр? Сэр? Они ошибались. Сэр, оставайтесь на месте! Почему мы остановились? Диспетчерская не разрешает высадку. Почему? Они не говорят. Шевелитесь, шевелитесь! Эта лестница ведет наверх, в терминал. Ее никогда не запирали. Мы изолированы. Что? Внимание, пассажиры и экипаж. Вы находитесь в карантине. Не пытайтесь покинуть помещение. От продюсеров фильма «Карантин». Помогите мне! Назад! Нам нужна ваша помощь. Говори. Наша задача – сохранить вас здесь живыми. Они не собираются нас спасать. Выживание? Он заражен! Только начало. Карантин 2. Терминал. Ладно, парни, заряжай! Кто там у вас? Торговцы оружием? Наркодой? Две дамочки, которые подделывают купоны! Похоже, будет жарко. Может, нам еще и танк пригнать, босс? 2-138-55. Уверены? Да у вас куча купонов. Ваш трофей. Йоу-йоу-йоу, пора экономить Джоджо. Что пикантней, они или я? Не ты! Мам! У нас огромные долги. Разве мы не достойны большего? Достало быть нищенкой. Мы стали рабами системы. Знаешь, кто побеждает? Те, кому пофиг на правила. Где ты их взяла? Если написать в компанию жалобу, они присылают бесплатный купон. Все эти купоны печатают в одном месте. Мы благородные воры. Да, украдем купоны и будем продавать их тем, кому они реально нужны. Это же куча бабла! Эй, подпевай! Мы расследуем дело о подделке подарочных купонов. Это приносит компаниям убытки в десятки миллионов долларов. Мы богаты, детка! Это кризис национального масштаба. Где девчонка Эрл? По-моему, очевидно, что Эрл не знает. Составьте подарок!
Фоторобот? Да кто она, блин? Джек-потрошитель? Для обладателя купона не так важен подарок, как чувство халявы. Они ловят от этого дичайший кайф. Это даже круче, чем половой акт. Ну, так говорят. У вас не приняли купон или у вас с сексом беда? О чем это она? Жестокость – неотъемлемая часть фермерской жизни. И я научилась зашивать открытые раны, стрелять из дробовика. Все это делали мои руки, но душа от этого легче не становилась. Режиссер Ди Рис. Минуты не проходило без мысли о нем. Пока он был на фронте, я только и молилась за него. Там я был освободителем. Люди толпами выходили нас встречать. Мне иногда этого не хватает. Да, мне тоже. Ты сам твердил, что нам нужен свой кусок земли. Это единственный способ жить свободно. Я не хочу, чтобы ты на них работала. Я не на них работать буду. Я буду работать на нас. Я ушел воевать за Родину, вернулся, а Родина не изменилась. Не знаю, что тебе там позволяли, но теперь ты в Миссисипи. Парадная дверь не для тебя. Джейми на все смотрел по-другому. И когда его взгляд падал на меня, я переставала быть невидимой. Видел я, как ты вокруг него трешься. Это Генри тупоголовый ни черта не замечает, а меня не проведешь. Ты бы глаза раскрыл, братец. А то носишься со своей фермой и не видишь, что твоя собственная жена в петлю готова лезть. Они всю жизнь на этой земле пашут. Раньше я предпочитал мир войне. Это прошло. Эта земля никогда не будет принадлежать им. Тебе не обязательно уезжать. Я не могу остаться. Горбатиться до седьмого пота. Мы справимся. Потеют докрые. Истекают кровью до смерти. И умирают, цепляясь за скользкую коричневую грязь, которая всегда будет чужой. Кэрри Маллиган, Джейсон Кларк, Джейсон Митчелл и другие. Когда я думаю о ферме, перед глазами встает грязь. Даже сны там мне снились коричневые. Ферма Мадбаунд. Ты же знаешь, как я хочу написать боевик? Тогда напиши эту романтическую комедию и получишь этот боевик. 6 недель в Малайзии. Малайзийки! Просто я хочу описать любовь такой, какая она есть. Не забавной, не романтичной. Значит, занудной. Это история писателя, который не верил в любовь. Любовь — занудство. И с тех пор, когда кто-то говорит: «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я люблю тебя». Я отвечаю: «Я не испытываю к тебе таких же чувств». А затем я встретил эту девушку. Проведем социальный эксперимент. Классная задница. А вы знаете, из чего сделан мой костюм? Материал «любовник». Извините. Бог мой, посмотри на того парня. Не выйдет, он мой бойфренд. Тебе нехорошо? Съел крабов? Я-то съел. Я предлагаю стать друзьями. Это разрешается? Мужчина не может дружить с женщиной. Это как кальмар с белкой. Знаешь, как я воюю с увлечениями? Винтовкой? Vertical Entertainment представляет. Слушай, все так сложно, приятель. Следи. Мальчик встречается с девочкой. Мальчик с девочкой делают это, и они счастливы после этого. Вы действительно думаете, что секс ответит на все вопросы? Да. Доброе утро. Боже мой, ты в нее влюбился. Когда я встретил твою бабушку, она была обручена с итальянцем. Мне пришлось украсть ее, а ты даже не собираешься побороться за любовь девушки. Я не хочу, чтобы ты выходила за него. Боже мой. Я тебя люблю. Тут больше никого нет, я смотрел. Романтическая комедия — это неправда. Мы лишь хотим, чтобы это оказалось правдой. Слушай, любовь все портит в 99 случаях из 100, и ничего не получается. Но если мы хотя бы не попытаемся, я буду жалеть об этом до конца своих дней. Крис Эванс, Мишель Монахан, Энтони Макли, Обри Плаза, Тофер Грейс, Люк Уилсон, Йоан Гриффит, Филипп Бейкер Холл. В любви разум помеха, важны только чувства. Для меня это так. Сердце вдребезги.
Я оставила Париж, чтобы обрести гармонию. Дыхание природы вдохновит меня. Ты откроешь себя заново. Здесь свои порядки. И вам придется их принять. Неужели все это плод вашего воображения? Каждая строка будто обо мне. Наконец-то я наедине с собой. Ни одной живой души. Ничто не помешает мне. Не смей к ней приближаться. Она ваша дочь? Я могла бы помочь ей. Похоже, Валентина к ней очень привязалась. Мне это платье идет? Валентина исчезла. Это я во всем виновата. Где же мне найти тебя? Я знаю, это твои следы. Слишком поздно. Что может защитить нас от страсти? Слабость человека всесильна. Эта парижанка сведет тебя в могилу. Она прекрасна. Летиция Каста. Это не дом, а склеп. Кошмар за стеной. 3D. Итак? Да? 3 года. Жутко, да? И? Думаю, я готов. Ты готов стать отцом? Почему ничего не выходит, Томми? Что-то не так? Я в интернете читала, что парни постоянно имитируют. Это типа какой-то тренд. Мой точно не имитирует. Рано радуешься, милая. Боюсь, у вас низкая активность сперматозоидов. Это образец здоровой спермы, а вот ваш. Они будто бухие. Но вы точно уверены, что это не... Я уже осмотрел Одри. У нее, как мне кажется, 2 самых пухленьких и самых красивых яичника, которые я видел. Вы клеитесь к моей жене? С моей спермой все в порядке, я в этом уверен. Когда я делал предложение Одри, мне не хватало денег на кольцо. Поэтому я сдал сперму, а они точно не стали бы платить за плохую сперму. Может, съездим туда и попросим отдать нам твой образец? Кто бы мог подумать, остался один образец. Да! Упс, мне жаль, но кажется, мы его продали. Скажи, сколько тебе платят? Я заплачу вдвое больше. Это не eBay, сэр. Вы не можете побить ставку на сперму. Отказав тебе в твоей сперме, они лишили тебя будущего. Теперь ты просто обязан ее украсть. Ты предлагаешь мне ограбить банк спермы? Ты правильно меня понял. Нет, это безумие. Безумие? Но гениальное. Безумное безумие. Да, но ведь гениальное. Нет, безумное безумие. Я знаю, кто нам поможет. Гангстер из индийской мафии. Вот наш план. Это банк спермы. А это парикмахерская. Прямо вот тут. Прости, но разве не логичнее поставить расческу на парикмахерскую, а стакан на банк спермы? Ничего личного. Она никогда не плачет. Это особенность таких детей. А еще, говорят, они очень музыкальные. Я уже купила ей скрипку. У нее даже пальцев нет. Как ее зовут? Мы хотели, чтобы имя хорошо звучало и по-китайски, и, конечно, по-английски. Поэтому назвали ее Джеки Чан. Остынь! Все остыньте! Мы слышали о вашей проблеме, и мы бы хотели предложить вам нашу сперму. Что? Мужская солидарность, да, друг? Или нет, неважно. Хватит курить эту хрень. Из-за нее ты параноишь, идиот. Это от моей глаукомы. У тебя глаукома? Ранняя стадия. Я впервые могу сказать, что чему-то научился. Всю свою жизнь я смотрел в одном направлении и упустил главное. Самые важные события прошли по периферии. Здрасте, я Моника. Мистер Чап, можно на ваши права взглянуть? Можно подумать, бабы к тебе так и ломятся под видом горничных. Жизнь каждого из нас. Вы с утра душ принимали? Серьезно? 9 утра, он уже представил меня голой. Это череда мгновений. Кому плеснуть корявой Мэри? Дружба. Пойдем в дом, там есть коньяк. Может, притормозим пока? Смех. Ты бухаешь, как сапожник. Любовь. Так ты ко мне пришел или к нему? Сколько тебе годиков? Большой какой. Разочарование. У меня был роман. Он был похож на тебя. У каждой истории. Как первый день в школе. Подружился с кем-нибудь? Да. Есть начало.
Нельзя же его тут бросить. И есть конец. До сих пор не верится. Нахрен он умер? Не говори так. И именно сегодня у нас кончилось бухло. Джеймс Франко, Эбигейл Спенсер, Мэтью Модайн, Рико Родригес, Кейт Мара, Эмбер Тенбрин, Кристен Уиг, Тони Кокс, Джим Перрот, Натали Портман, Кейр Гилкрист, Томас Манн, Тайлер Лавин. Жизнь мимолетная. Я отца не видел с тех пор, как с фермы уехал. Адрес наш знаешь. Воспоминания вечные. Расцвет бесчувственных ублюдков. Ублюдком может быть любой, как жизнь повернется. Друзья, хочу отблагодарить одного человека, благодаря которому я каждый день поднимаю от 3 до 5К. Он придумал, как взломать онлайн-игру и вытаскивает из нее деньги с помощью бага-программы. Оставляю ссылку на его ролик в закрепе, это мой вам подгон. Также вот здесь вот появилось окошечко, можете кликнуть на него и посмотреть. Пока темка работает, надо пользоваться. Кликай и не упускай такую возможность.